Вы на канале Творческая мастерская Яны Черней. И сегодня мы с вами сделаем вот такой интересный цветочек из репсовых лент. Размер такого цветочка у нас 8,5 сантиметра. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Наш цветочек будет состоять из двух рядов. Для первого ряда нам понадобится отрезки лент 2,5 на 8 сантиметров. Таких отрезочков нам понадобится 9 штук. Складываем нашу ленточку пополам. И спаиваем края. Вот так. Вот что у нас должно получиться. И этот край мы складываем в другую сторону. И теперь вот где у нас вот такая лодочка, мы берем вот так ленточку, перекручиваем и опускаем вниз. Получается у нас вот такой лепесточек. Лишние обрезаем. И спаиваем. Вот у нас готовый лепесток. Таких лепесточков нам понадобится 9 штук. И теперь собираем наш цветочек. Наносим клей на эту сторону. И внахлёст приклеиваем все лепестки. И теперь соединяем вместе. Вот получается у нас такая заготовочка. Для второго ряда нам понадобится уже два отрезка лент шириной 2,5 сантиметра и длиной 8 сантиметров. И этот отрезок тоже у нас шириной 2,5 сантиметра и длиной 8 сантиметров. Складываем их изнанкой друг к другу. Вот так. И делаем то же самое, что и с предыдущим лепестком. Этот край складываем в другую сторону. И теперь поворачиваем. И внахлёст. Вот. Обрезаем и запаиваем.
Вот получается у нас такой лепесточек. Для верхнего ряда нам понадобится 8 таких лепестков. И теперь склеиваем их между собой, так же, как и первый ряд. И соединяем вместе. Вот у нас получается такая заготовочка. Теперь склеиваем их между собой. Наношу клей на нижний ряд и приклеиваю верхний. Приклеиваю фетровую основу 2,5 сантиметра в диаметре. Клей наношу только по краю. И теперь у нас здесь образовалась пустота. Мы ее заполним фетром. Нарезаю на маленькие отрезки и клею вовнутрь нашего цветочка. Так, все, и осталось нам прикрепить только серединочку. Для серединки я буду использовать вот такую основу для ромашки. Низ подрезаю. И приклеиваю в наш цветочек. У нас получается такая интересная ромашка. Вот такие интересные цветочки у нас с вами сегодня получились. Еще я сделала для примера вот такие розовые цветочки. И еще вот такой осенний цветочек. У меня на сегодня все. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!